заехали еще в мясной магазин, надо взять кусочек мяса, пока не знаю, что стоимость мяса. Вот говядина. Так, я покажу вам. Единственное, конечно, не нравится мне это здесь соседство с хлебом, тут мясо, тут булочки просто. Ну, в общем, их не берем. Тут вот лежит мясо, тут принесли лаваши. Как-то, знаете, вот, в общем, и только мясо здесь. Есть тут также вот молочка, колбасы. В общем, полуфабрикаты такие. Так. Кому интересно, сразу же показываю. Магазин называется «Мясной ряд». Забыла еще сказать, что в магазине «Мясной ряд» мы пользуемся приложением УДС. Вы тоже им можете воспользоваться, кто тюменцы, кто захочет поехать в этот магазин, потому что мы туда ездим постоянно, и меня часто спрашивают, какой магазин. В общем, говорю, магазин «Мясной ряд». У нас их по Тюмени несколько. Точно вот есть в нашем районе. Я знаю, есть в Зарике. Где-то еще, по-моему, один магазин есть. Я точно не помню. И вот по этому приложению УДС. И вот там показываете код. И у вас копятся баллы. Потом можно списать до 50%. В общем-то, они довольно-таки быстро так копятся. Вот у нас сейчас уже сколько? Сейчас посмотрели на 1700 баллов. Мы даже почему-то не воспользовались, думали, что у нас там намного меньше. И я сейчас оставлю вам здесь код, если кому-то надо будет, то воспользуйтесь кодом, и, по-моему, сразу же тоже дадут сколько-то, забросится, там плюсом забросится сколько-то баллов.